Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас 1 сентября, и, конечно же, я хотела поздравить всех с первым учебным днем, пожелать всем здоровья, пожелать всем благополучия, хороших отметок, в общем, чтобы продвигались по карьерной лестнице все вперед и вперед. Ну и, конечно, всего вам хорошего. Что можно еще пожелать? Грызите гранит науки. Вот. И сегодня тема у нас будет о колиусах. О колиусах. Когда нужно брать череночки, друзья. Именно которые у нас сейчас находятся на улице, да? Которые я высаживаю. Они у меня везде, везде, везде. То есть я стараюсь засаживать колиусами буквально везде. Всюду стараюсь, потому что это очень яркое, красивое пятно. Кто наблюдает мои ролики, тот уже знает, да, что я уже не первый год сажаю колиусы. Это обалденно смотрится в сочетании других цветов. То есть вот так вот даже по бордюру куда-то или в горшках миксами, как угодно, как угодно. Вот. И сейчас настало такое время, когда нужно брать череночки. Почему сейчас? Потому что ночами у нас уже достаточно стало прохладно, да, сегодня у нас было плюс 7, плюс 6, то есть, и вот именно сейчас и нужно уже брать череночки для того, чтобы они у нас хорошо-хорошо укоренились, и для того, чтобы у нас был посадочный материал на будущий год. Вы можете, конечно, у кого в горшках сидят колиусы, забрать домой, да, но я этого не делаю. Почему? Потому что колиус имеет свойство израстаться, кустики становятся не такими красивыми, не такими пышными, поэтому колиусы лучше всего, конечно, обновлять. Что и делаю я, друзья. Каждый раз я обновляю свои колиусы. Это для того, чтобы они были красивыми, яркими, насыщенными, крепкими, такими пушистыми. Вот. И поэтому я именно делаю то, что потом стукнет морозов, они, ну, то есть они у меня сидят до самых морозов, пока не черябнет заморозок, да, естественно, колиусы у нас сразу погибают, но до самых заморозков они меня радуют. И вот сейчас нужно самое время, чтобы у нас не были такие холодные ночи. Почему? Потому что я на своем опыте убедилась, когда уже достаточно прохладно ночью, да, и когда снимаешь черенки колиусов, они начинают в воде просто-напросто загнивать. Вот. Не хочу сказать, что прямо все, да, но вот прям некоторые сорта, особенно у кого не круглый вот такой вот сам черенок, я имею в виду стволик, а особенно у которых более-менее такие квадратные сами стволики, они в особенности начинают просто-напросто загнивать. Почему я это знаю? Потому что это уже проверено. Вот. И чем раньше мы сейчас возьмем черенки колиусов на укоренение, тем у них будет 100% гарантия, что они у нас пойдут в рост и дадут корешочки. Можно, конечно, сейчас я буду, я приготовила вот такие стаканчики, пометила их, налила водички, то есть каждый колиус, я имею в виду каждый сорт колиуса у меня под номером. Почему я это делаю? Потому что, чтобы потом не перепутать сорта, потому что они, когда мы их заносим домой, естественно, окрас у них уже не такой яркий, они начинают терять свои свойства, либо их держать под лампой, то есть вот так вот. Но расцветка все равно меняется. И чтобы этого избежать, чтобы не потерять сорт, я помечаю каждый стаканчик, помечаю, ставлю каждый сорт в этот стаканчик, и тогда все получается. И когда я уже пересаживаю, когда колиусы начинают давать корешочки, я начинаю их высаживать в стаканчики, и они все у меня пронумерованные. Все. И ни один сорт у меня просто-напросто не теряется. Можно, конечно, еще вариант. Можно делать, то есть, но так как времени у меня сейчас нет, то отправки я занимаюсь, посылки отправляю, то есть времени много у меня нет. Поэтому я сейчас их поставлю в воду, а вы можете сделать по-другому. Сразу приготовить в стаканчике грунт. Ну, грунт, конечно, не огородный. Лучше купить грунт питательный там какой-нибудь, я имею в виду цветочный, там универсальный, ну, чтобы он был хороший грунт, не огородный.
И сразу маленькими-маленькими череночками сажаете их даже без укоренителя. Не обязательно, можете с укоренителем, можете без. Но я это делала вообще без укоренителя, особенно весной, когда вот мне надо побольше продать этих колиусов, побольше начеренковать. Я их прямо сразу натыкиваю их в стаканчики с грунтом, укрываю их мешочком сверху, чуть-чуть прикрываю вот так вот, чтобы немножко создать вакуум. Ну, такой парниковый эффект, чтобы был. И они очень-очень быстро, главное, чтобы грунт был влажный. Где-то можно пленочку снять, немножко проветрить и опрыскать, то есть, ну, водить. То есть, вот так. Тоже очень хорошо укореняются. Без всякой воды, то есть, да. Ну, вот сейчас я вам еще раз говорю, времени у меня особо нет, поэтому я их сейчас быстренько-быстренько в стаканчике нарежу, наставлю, то есть, и все. И там через несколько дней, когда они уже начнут давать корешочки хорошие такие уже, я их быстренько по стаканчикам и пересажу, друзья. Ну что, поехали? Ну, конечно, без колиусов я просто вот не представляю. Мне кажется, это уже, я уже настолько привыкла к колиусам, что это очень красиво смотрится. Вот это вот все нижнее, друзья, я обрезаю. Я вам показываю, это аватар. Посмотрите, какой красивый. Обалденно, просто шикарный. Просто я очень люблю аватар. И будем ставить в стаканчики. Примерно я беру, ну это для себя, так как я размножаю колиусы. Вы можете там 1-2 взять, то есть как угодно. То есть у меня их где-то на, ну сортов может быть 20-22. Я вам говорю примерно вот так вот. Не так, конечно, много, но все равно коллекция нормальная. Все, я беру вот по 2, по 3 череночка. Каждого сорта. Обрезала все нижнее. Вот, вот такие у нас хорошие череночки. И ставлю водичку. Возьмем сейчас сорт попугай. Тоже посмотрите, какой он прелестный, красивый такой. Вот. Вот так вот я обрежу их. Вот так вот у нас они остаются. И ставлю под номером 2. Ну, я думаю, что всем понятно, всем доступно. Думаю. Вот сейчас самое время. То есть они сейчас очень быстро дают корешки, не гниют в водичке. Поэтому я вам тоже советую, друзья. Ну, я думаю, что процесс, как я беру череночки, когда нужно брать череночки, я думаю, что вы уже поняли. Знаете, я вам всем хорошо рассказала, я думаю, всем доступно и понятно, друзья. В общем, кому понравился мой ролик, ну, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не потерять канал, чтобы быть на связи. И, друзья, я вас всех люблю и до новых встреч. Пока-пока!